Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня у нас очередной Sweetbox Mix. Откроем 10 разных серий. Обожаю открывать коробочки Sweetbox, ведь в каждом сюрпризе ждет классная игрушка. И первая серия Tatty Teddy and My Blue Nose Friends, щенята. Вес коробочки 49 грамм. В каждой коробочке у нас пакетик с мармеладом и пакетик с игрушкой. В этой коллекции 8 друзей знаменитого мишки Тедди. Попался Чейз. Бодрая активная Чейз Джек Рассел, всегда в движении. Вам нужно очень сильно постараться, чтобы не отставать от нее. Милая собачка с голубым носиком и заплаткой на лбу. Сидит, повесив голову, немного грустная. Игрушка пластиковая, сделана качественно. Хвост у нее торчком. Неплохая серия игрушек от Sweetbox, но я люблю больше бархатные игрушки. Из серии Tatty Teddy and My Blue Nose Friends щенята у меня уже собрано 6 игрушек, осталось найти еще 2. Cut the Rope. Вес коробочки 53 грамма. В этой коллекции 8 амнямов из разных эпох. Попался амням из каменного века. Смешной пухленький амнямчик с маленькими лапками и ножками. Напоминает мне чем-то колобка. Игрушка пластиковая. У него большие острые зубки, а в прическу амням себе ставил косточку для украшения. Мимимишки. Вес коробочки 49 грамм. Серия из 7 неразлучных друзей, которые живут в сказочном лесу. Саня. Енот Саня, брат Сони, живет в огромном пне. Красивая бархатная фигурка отличного качества. Фигурка стоит на подставке. Саня у нас одет в синюю бейсболку, сквозь которую проглядывает челочка. Выглядит классно. И в безрукавку. Хитрое выражение у него лица. Наверное, задумал очередной розыгрыш. Что еще мне нравится у этих игрушек, что у них есть маленькие пальчики. Тролли. Вес коробочки 40 грамм. Добро пожаловать в город троллей. Всего их 8 штук. Сибил, мудрая, занимается лайф-коучингом. Тренер по индивидуальному росту. Настраивает всех на волну гармонии и радости. Если эту игрушку опустить в воду, у нее поменяется цвет волос. Прикольный йога-тролль, который медитирует, сидя в позе лотоса. У Сибил пышные яркие волосы, которые светлеют, если поместить фигурку в воду. Сделана игрушка качественно. Сибил сидит на специальной подставочке, в ушах у нее сережки. В этом 2, а в этой 1. Коллекция FIFA 2018, чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Вес коробочки 51 грамм. Серия состоит из 6 фигурок. Волк, забивака, символ чемпионата мира по футболу 2018 года. Здорово, попалась новая игрушка, у меня такой еще нет в коллекции. Забивака в форме сборной Аргентины. Игрушка идет в защитном пакетике. Классная фигурка. Волк-забивака поймал мяч на спину. Демонстрирует навыки жонглирования. Хвост у него торчком. На груди надпись «Россия-2018». Также одет он в стильные очки.
Игрушка пластиковая, сделана качественно. Классная серия к чемпионату мира по футболу. Из серии Sweetbox FIFA 2018 у меня уже собрано 5 фигурок. Осталось найти последнего волка-забиваку из Испании. Пушистики, третья коллекция, совершенно секретно. Вес коробочки 42 грамма. В этой коллекции 8 игрушек. Хотите знать, чем заняты пушистые любимцы? Пока хозяев нет дома, они живут своей удивительной жизнью. Давайте скорее узнаем о ней. Элвин обожает слушать музыку, петь песни. Отсутствие музыкального слуха не мешает ему петь в караоке. Это изрядно портит жизнь коту Элвису, с которым у них идет постоянная борьба за микрофон. Интересная фигурка. Черный песик с зелеными глазками, коричневыми бровками и коричневой мордочкой. Держит в лапе большой желтый микрофон и поет какую-то песенку. Интересно, какую песенку он поет? Игрушка флакированная, сделана качественно. Хотелось бы из этой серии найти Хатика с планшетом. Из совершенно секретной третьей коллекции Sweetbox пушистики у меня уже собрано 6 игрушек. Осталось найти еще 2. Еще одна коллекция с собачками. Теперь уже щенячий патруль. Вес коробочки 36 грамм. В этой серии 7 персонажей популярного мультсериала. Зума, игривый лабрадор, обожает воду, любит заниматься серфингом. Очень часто попадается мне этот щенок из щенячьего патруля. А я все никак не могу найти Скай, последнюю игрушку из этой коллекции, которой мне не хватает. Фигурка пластиковая, сделана качественно. У Зумы за спиной рюкзачок, на голове защитная каска. Есть эмблема щенячьего патруля. Куда-то он в сторону посматривает, с улыбкой. Смешарики дежавю. Вес коробочки 53 грамма. Большая коллекция игрушек от Sweetbox'а. 10 фигурок. Попался лосяш. Ученый образованный лось. Радостный лосяш куда-то отправился. В руке у него посох, а на голове остроконечная зеленая шляпа с загнутым концом. Напоминает мне фантазийного волшебника. Фигурка пластиковая. Довольно яркая. Стоит на большой подставке. У лосяша прикольно торчат рога из шляпы. Интересно, как он ее одевал на голову? Пони сладкоежки, третья коллекция. Вес коробочки 38 грамм. Давным-давно на странице кулинарной книги поселились маленькие пони-сладкоежки. Попалась карамелька. Интересный факт. 18 октября – Всемирный день конфет. Ну еще не скоро до этого праздника. Самая игривая пони обожает праздники и веселье. Какая красивая и яркая поняшка. Действительно, выглядит как конфетка. Грива и хвост у нее пластиковые, а сама она флакированная. Сделана фигурка очень качественно. Мне из этой коллекции осталось найти пони Кап-Кап. И остался последний Sweetbox Маша и Медведь футбол. Вес коробочки 32 грамма. Еще одна серия игрушек к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ней у нас всего 8 игрушек. Прикольно, до этого попался волк в форме сборной Аргентины, а теперь и Маша тоже в форме сборной Аргентины. Забавная фигурка, Маша играет в футбол, нагоняет мячик на голове.
А может быть, бьет головой по мячу. А может, мячик у нее прилип к голове. Всякое бывает. Игрушка стоит на подставке в виде травки. Одета она в майку под номером 10. Волосы собраны у нее в пучок. Кстати, кто-нибудь находил из этой серии Германию и Португалию? Никак не могу их найти. Вот такие классные игрушки попались мне сегодня в Sweetbox Mixi. Больше всего мне понравились Волк-забивака, Пони-конфетка и Йок-тролль. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Ну и не забудьте принять участие в большом розыгрыше призов, который идет до 30 мая. А также в пятницу не пропустите мега-выпуск на 50 разных сюрпризов. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня с мармеладом.